Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим о персонализации и верификации аккаунта PR. Значит, есть два понятия – персонализация и верификация. Чем они отличаются? Верификация вам понадобится для того, чтобы пополнить кошелек через карточку. Сейчас мы перейдем к пополнению, и я покажу более подробно. А персонализация аккаунта добровольная и не влияет на верификацию кредитных карт, комиссий или лимит. То есть персонализацию проходить абсолютно не обязательно. Может быть, там дальше она где-то и потребуется, но я пока не сталкивалась с этим. Что касается верификации. Верификация нам нужна при пополнении с карточки. Допустим, мы выбираем сумму, валюту, да, и нажимаем «Пополнить». Значит, здесь мы выбираем кредитные банковские карты, Visa СНГ. И вот тут вот нам пишется. Значит, в целях защиты от мошенничества сразу после оплаты, в случае, если операция по данной карте совершается впервые, мы потребуем загрузить на сайте в специальную форму копии документов плательщика в виде фото, паспорт и банковская карта в руке. В случае вашего отказа от прохождения идентификации личности, уже после совершенной операции по вашей карте деньги будут автоматически возвращены в течение от 0 до 3 дней, за вычетом комиссии банка по успешной операции в размере 2,7%. Нажимая кнопку «Подтвердить», вы соглашаетесь с данными условиями. Значит, в данном случае, если вы хотите пополнить кошелек PR через карточку, вам потребуется загрузить на сайте в специальную форму копии документов плательщика в виде фото, паспорт и банковская карта в руке. То есть держите паспорт и карточку в руке и фотографии. Давайте пройдем это вместе с вами. Я сейчас нажимаю кнопочку «Подтвердить». Так, оплатить сейчас. Ага, я думала, сразу предложит загрузить документ, но нет. Значит, мне понадобится ввести номер карты, срок действия карты, имя владельца и ЦВВ-код, а также адрес электронной почты, вот куда как раз и высылается форма. И оплатить картой. Но я этого делать, в принципе, не собираюсь сейчас переводить денежку на кошелек, потому как я только недавно вывела отсюда. Но процедура, я думаю, ясна. Дальше вы это все заполняете, нажимаете «Оплатить карточкой», проверяете свой email, вот на который вы сюда вписали, и вам приходят дальнейшие инструкции на почту. Итак, на этом видео подходит к концу. Я надеюсь, мы разобрали с вами, что такое персонализация и верификация в аккаунте PR. И это видео было вам полезным. А вам всего самого доброго. Встретимся на YouTube. Пока-пока.